Привет, YouTube, тема тротуарная плитка. Я не профи тротуарной плитки, но так как канал называется «Наш сделай сам», 8 лет тому назад я положил ее своими руками. Соответственно, за эти 8 лет я непроизвольно наблюдал за состоянием плитки, собрав всю эту информацию за 8 лет, я теперь вижу свои ошибки и как бы я сделал в настоящее время, если бы вложил эту плитку. Делаю маленькое вступление. Так как работа, связанная с укладкой тротуарной плитки, не из дешевых и трудоемких, то отнестись к ней очень надо внимательно и серьезно. Три основных пункта, которые необходимо учитывать перед началом работы. Первое. Качество плитки. То есть можно провести КАМАЗ плитки, а через 5 лет все это дело выкинуть. Представляете, какая-то работа огромнейшая. Вторая составляющая. Правильные уклоны. То есть можно положить плитку, затратить массу времени, а в итоге у вас будут во дворе лужи, и вода будет стекать туда, куда не надо. Третьим пунктом является, конечно, качество укладки плитки. То есть можно положить так, что вы будете сами спотыкаться об эту плитку, а зимой при уборке снега лопата постоянно будет застревать в горле. Итак, переходим к конкретному материалу. Основной ассортимент плитки, применяемый в быту, и ее изготовление. Названий и технологий очень много. Я вам расскажу самые основные, которые применяются. Первое. Гранитная брусчатка. Изготовляется из чистого гранита. Бывает холодная. Пелена колотая. И обработанная. Далее идут искусственные плитки. Вибролитая плитка. В состав ее входит песок, цемент, краситель и всякообразные добавки. Это все заливается в форму и вибрируется. Вибропрессованная плитка. Соответственно, ее вибрируют и прессуют, то есть под прессом. В состав также входит песок, цемент, краситель и щебень. Может быть еще что-то. Кирпич или плитка клинкер. Состоит из глины. Мешают, прессуют и в печку на 1200 градусов. Обжигают. Полимер, песчаная плитка. Состоит из полимера, то есть белки, пластик, всяческие отходы, плюс 70-80% песка, кое-где добавляется краситель, кое-где не добавляется, на серии это становится, и возможно добавление крошки шин. Все это дело перемешивается, печь по молотам градусов 200 расплавляется в однородную массу и под пресс, тон 100-200 давит на это дело, и плитка готова. То есть связывающий материал здесь не цемент, а полимер, то есть вот это отходы пластика. Резиновая плитка. На технологию производства примерно похожая на технологию изготовления полимера песчаной плитки.